друзья, а также зрители данного видео. Рад вас приветствовать. И в сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать о зарядке тонких тел, а точнее чакр нашего энергетического тела. Чтобы физическое тело было здорово, необходимо, чтобы наши тонкие тела, энергетическое и астральное, были тоже здравее, полны энергии и не было никаких блокировок. И сегодня для вас в этом видео, в этом прекрасном, чудесном месте, где столько много энергии, все пять элементов природы проявлены, как раз небо, огонь, воздух, вода, земля. И сегодня как раз мы сделаем с вами практики наполнения энергетических центров чакр, которые находятся у нас в тонком теле. О них вы можете почитать более подробно в интернете. На этом останавливаться не будем. И сейчас давайте выполним практики. Практикующий садится в удобную позу с прямым позвоночником. Ноги могут быть как скрещенные, так же и в другом положении не скрещенные. Позвоночник прямой обязательно. И когда практикующий садится, он начинает делать несколько вдохов-выдохов, сосредотачивается на дыхании, при этом расслабляет все мышцы своего физического тела, наблюдает за дыханием, за внутренними ощущениями. И теперь, расслабившись, практикующий сосредотачивается на первой чакре. Она находится у нас в области промежности, рядом с копчиком, на чакру элемента земли, корневую чакру. И практикующий сосредотачивается полностью всем своим вниманием. А затем, когда он почувствует небольшую пульсацию в чакре, в теле, он вторым вниманием начинает сосредотачиваться на элементе земли, и затем он делает задержку дыхания, и на задержке дыхания представляет, как энергия из земли входит в область первого энергетического центра. И продолжая делать задержку дыхания, наблюдает за ощущениями в этом центре. И затем делает выдох, наблюдая за изменениями ощущений в данном энергетическом центре и в той части тела, где он находится. И нужно, практикующий делает несколько минут наборы энергии земли, природного элемента, сочетая его, интегрируя с ощущениями в теле, там, где находится чакра, наблюдает за ощущениями, и таким образом, делая несколько задержек дыхания, практикующий наполняет эту чакру энергией, элементом земли, и затем он представляет, как первый энергетический центр начинает вращаться по часовой стрелке. Таким образом энергия обрабатывается, усваивается, и соответственно первый энергетический центр начинает работать в правильном состоянии, и от этого у нас физическое тело находится в здоровом, обычном, прекрасном состоянии. И затем практик переходит к следующим элементам природы, например, это вода. Он также сосредотачивается на втором энергетическом центре, это Сватхистхана чакра, находится в 3-4 сантиметрах ниже пупка, область лобка, нижняя часть живота, а затем снова переносит второе внимание на элемент воды и на задержке дыхания, делая задержку дыхания, он представляет, как элемент воды начинает проникать в область второго энергетического центра и таким образом наполняя энергией. Сделав несколько задержек дыхания, практикующий начинает вращать энергию второго центра и затем делает выдох и переходит к наполнению
третьего энергетического центра Манипура чакра, находится чуть ниже солнечного сплетения. А затем, сделав несколько задержек дыхания, практикующий настраивает свое внимание на элемент огня, в данный момент это солнце. И затем от солнца он представляет, как лучи энергии входят в манипура чакру и насыщают этот энергетический центр. Сделав несколько задержек дыхания, практикующий делает выдох и на выдохе начинает раскручивать манипура чакру. И таким образом, сделав данную медитацию несколько минут, йогин, практикующий, переходит к следующему элементу, элемент воздуха, анахата чакра. Он сосредотачивается в области центра груди, анахата чакра, чувствует там пульсации, вибрации, тепло, а затем второе внимание переводит на состояние воздуха, элемента ветра, который присутствует в данном месте, и затем, сделав задержку дыхания, практикующий набирает энергию, представляет, как элемент воздуха, ветра, начинает входить в центр грудной клетки, груди, и наполняет этот центр приятной, здоровой, целительной энергией. Сделав несколько раз задержку дыхания, практикующий делает выдох и начинает мысленно вращать четвертый центр анахата чакру. И затем, поделав несколько вращений, практикующий направляет свое внимание на следующий энергетический центр, вишудха чакру, чувствует там ощущения, какие-либо вибрации, несколько минут сосредоточившись. Далее йогин вторым вниманием направляет внимание на элемент пространства, который окружает все это место. И затем он, сделав задержку дыхания, представляет, как элемент пространства тоже начинает входить в вишудха чакру, наполняя приятной целебной энергией этот центр. И сделав несколько минут задержку дыхания, несколько минут, практикует.